Шалом, дорогие друзья! На связи Черноморск, община Бет-Эль. Именно здесь, с 8, 9 и 10 мая, пройдет наш мессианский молитвенный ретрит. И как нам всем известно, наш всемогущий царь обитает среди славословия своего народа. И благо в современном мире мы имеем возможности и привилегии того, чтобы усиливать свое славословие. Пойдемте кое-что покажу вам. Именно ту сцену, где будет происходить это славословие, песнопение и восхваление. И вот она. И что это скажете вы? Но для тех, кто никогда не был у нас, вас ждет огромный сюрприз. А даже для тех, кто был у нас уже в нашем зале, в зале Мессианской еврейской общины Бет-Эль, и вас мы обязательно удивим тем, чем нас удивляет наш Господь. А все это для того, чтобы его дети, его народ славили его, распространяли шатры его власти, распространяли его любовь по этому городу, по этой стране, по вашим общинам и вашим церквям. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не зарегистрировались на наш мессианский ретрит, поспешите это сделать, потому что, к сожалению, места ограничены и их становится все меньше. Но я думаю, если вы очень желаете, то Господь усмотрит для вас то место, которое вы займете в этом прекрасном зале. Город Черноморск, 8, 9, 10 мая. Мы вас ждем. Шалом.